Приветствую! В комментариях меня многие просили заснять планеты через телескоп. И хотя Юпитер сейчас на рассвете низко над горизонтом, что затрудняет видимость мелких деталей его поверхности, рефракция и дифракция делают свое черное дело, но я все же попробовал встретить несколько рассветов и поснимать Юпитер новой астрокамерой через новый телескоп. В этом видео я продемонстрирую вам, что у меня получилось. Навел резкость по яркой звезде, перевожу телескоп на Юпитер, и вот уже видны полоски облаков. Вот это да! А ведь планета сейчас на расстоянии 726 миллионов километров. Но все же хочется увидеть больше. Видеозахват с камеры делал на ноутбуке программой SharpCap. Для того, чтобы добиться лучшего качества изображения, экспериментировал с настройками. Подбирал параметры экспозиции, чувствительности камеры, регулировал кривые яркости, гамму и прочее. И, конечно, съемка планет – это еще полдела. Далее следует обработка полученного сырого материала специальными программами и алгоритмами. И вы можете видеть рядом с видео уже готовые снимки из обработанных роликов. Принцип такой. Программа анализирует каждый кадр из видео и отбирает лучшее. Далее выбранный процент лучших кадров суммируется в итоговое изображение. Хотя еще не совсем итоговое. Далее идет коррекция цвета, вивлеты и прочее. Не все знают, что небо над нами не только бывает ясным или пасмурным, светлым или темным. Сильное мерцание звезд в определенные ночи напоминает нам, атмосфера над головой постоянно бурлит. И не так часто бывают даже ясные ночи со стабильным состоянием атмосферы, когда на Луне или планетах можно рассмотреть мельчайшие детали. Многие говорят, что в году всего пару таких ночей. Что ж, буду ждать, наблюдать и традиционно делиться с вами. Как вы уже могли заметить, на изображениях отчетливо видны полоски облаков Юпитера. А на некоторых видео даже просматривается большое красное пятно. При меньшем увеличении и большей яркости рядом с Юпитером видны его спутники, которые видны в плоскости экватора планеты. Но в этот раз я не снимал в таком масштабе, с такими настройками, чтобы они были хорошо видны, так как все внимание направил на сам Юпитер. Если кто впервые попал на мой канал, обязательно посмотрите видео, которых на канале уже насобиралось достаточно много. О разных объектах космоса, разным темам. Подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и трансляции. Удачи!